Как-то так. Что? Куда я попал? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в Schoolboy Runaway. У нас с вами есть много концовок, которые мы еще не получили в этой игре, и мы должны сегодня это исправить. Не уверен, что получу все оставшиеся, но я постараюсь как можно больше получить за сегодня. Кринжатина. Или кринжатина говорит слово кринжатина, я уже не знаю. Ну что, Артемка, или как тебя зовут? Пора сбегать в очередной раз. Опа, фонарь здесь есть. Значит, две батарейки сразу получаю. Вводим Andrew 2002. Заходим в браузер. Откроем наше последнее видео по Schoolboy. И посмотрим, сколько там просмотров. Что-то YouTube сильно тормозит в последнее время. Что-то подсказывает мне, что скоро ему хана. Вот так вот работаешь. 10 лет. И потом у тебя это просто забирают. Но давайте, друзья, чтобы не потеряться, заходите в мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, или в мою группу в ВК. Она давно уже существует, и если кто-то еще не там, переходите туда. Все будет в описании первыми строчками. Я вас там очень жду. Но не переживайте, на YouTube я все равно всегда буду в первую очередь заливать видосы. Ладно, закрываем браузер, это все депрессивно очень. И за компом сидеть тоже депрессивно. Нужно двигаться, друзья, больше движений. Пойдемте общаться с семьей. Кстати, стоп, мы же не посмотрели здесь еще. Что-нибудь есть? Здесь ничего нету. А теперь общаться с семьей. Что за решеткой? Ключ от кладовой. Тряпки нет. Опа! Отжириватель. А, погодите. Мама! Мама, цветы поливать! Мама, цветы поливать! Ой-ой-ой! Мы же можем сейчас от антижира избавиться сразу. Кстати, на какую концовку мы с вами идем? На концовку номер 4, наверное. Гоу! Гоу на кухню быстрее! Так дверь! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Ничего. О, гвозди. Прекрасно. Что у нас там по этому? По тому и по сему. Господи, мне кажется, я так медленно двигаюсь. 6, 9, 6. Уходим. О, надеюсь, я там все закрыл. Антижир сюда. Пусть так будет. Папка. Аккуратненько проходим за папкой. Что это? Третья батарейка, отлично. Надо. О, мама пошла снова лить цветы. Лучше пойду сначала к маме. А папа где? О, хорошо. Что-то я взял, лампочку взял, отлично. Скорей. Зарядка. А, ну тут уже больше ничего не будет, да? Надо валить! Валить! Дверь. О. Геннадий 696, по-моему, это правильно. Есть. 10.51. Сейф и синий паттерн. Значит, нужно синий. Здесь зеленый. Белый. Есть. Что я взял? Ключи от папиной машины. Оп! Да кому я там нужен? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Уходим. Все. Чертов телефон. Ну почему сейчас? И мне на самом деле нужны ключи от кладовки. Поэтому можем кинуть пока что гвозди здесь. Ой, я, кстати, только что заметил, что я записываю видос без наушников. Я надеюсь... Нормальный звук. А мне так даже удобнее, если честно. Ну, по крайней мере, в этой игре. Ладно, мы меняем ключ на гвозди пока что. Упс. О, блин. Ой, блин. Можно срочно где-нибудь спрятаться. Валим. Все, 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 я успел. Я успел, все нормально. Да, там лежат гвозди и ключ, но, по-моему, они никогда не замечают здесь этого. Здесь кто-то был? Ну, вроде все в порядке. Все, вали, папа. Хорошо, а где ключ? А, вот он. Ну-ка, давайте гвозди кинем им на кровать. Да, блин. Ну, ладно, так нормально. Уходим отсюда. Ну вот, все идеально сработано. Значит, все три батарейки ставим сюда. Теперь у нас они наготове. Есть шанс получить концовку, которую мы желаем. Которую мы жаждем. Что у нас тут? Молоток, прекрасно. И тут, кажется, все. Насчет этого подвальчика у меня есть предположение, что монтировка, которую мы найдем на крыше, поможет нам открыть его. Что, мы закрываем? Да, закрываем. Отвертку нужно найти. И давайте вернемся за гвоздями сразу. Фух, все, теперь ждем, пока мама пойдет поливать цветы. Кстати, что у собаки? Опять ступенька, как всегда. Мама идет цветы поливать. А, это папа пошел отлить. Я просто прочитал «отлить» и подумал, что это речь идет о цветах. Меня еще, кстати, ни разу не проверяли, а значит, есть такая вероятность, что сейчас это произойдет. Сейчас устрою ему засаду. Ага, как в воду глядел. Слушай, папа, я уже чувствую, я уже знаю, о чем ты думаешь. Я предвижу все.
Да. Давай учись. Я уже становлюсь тобой, фактически. Я почти что тебя заменил. Бойся. Так, пойду полью цветы. Мама пошла поливать цветы. Папе кто-то там звонит. Вот так. Уходим. Уходим. У нас тут всего ничего осталось. Надо забрать мясо. Так. Нужно устроить дымовую завесу. Устроили. Давай, давай, давай. Отверточка, отверточка, отверточка. Ну, ну, ну. Так, мы, кажется, здесь все. Кажется, все. Успею ли я? Успею ли я, блинушки? А я включил обратно вытяжку. Погоди-ка. Кто мне выключил вытяжку? О, это был я, мама. Я уже в углу, если стоять! Что. Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел! Ладно, один раз просрал, ничего страшного. Значит, давайте пол. Пол вытрем. Кстати, вот тряпка. Мама, ты потом подскажешь, куда ты ее складываешь? Забейте уже! Иди к себе в комнату. О, папа говорит забить. Хорошо, все, я больше не буду мам делать ничего. Я забил. Ну, получилось? Мама открыла окно. Все, давайте не будем дожидаться, пока она там выйдет, что-то сделает. Мы сами возьмем ситуацию в свои руки. Все, мам. Иди на улицу, а я сейчас на кухню быстренько пошерстю. Заберу мясо и вылезу в окошко. Можно? Можно. По-моему, здесь больше ничего нету. Вот блин. Вот блин. А? Нет, нет, нет. Одни инвалиды в команде. По-моему, ее шум не парит. Она сейчас просто пойдет. Стоп. Что стоп? Что стоп? Здесь кто-то был? Я же точно слышала. Дай-ка я проверю другие комнаты. Фух, пронесло. Я успел, господи. Мам, все в порядке, правда. Ну ладно. Эти выкрики папы. Такое ощущение, как будто он наблюдает не за футболом, а за нами. За мной. Она опять пошла туда? Окей, странно. Но мы заберем мясо. И уходим давай, отсюда. Давай, 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 давай. Стоп, она же сказала, хочет проверить, учу я уроки или нет. Но я уже не знаю, я уже не знаю. Пойдет ли она сейчас это делать или нет? Куда она? Какую? Мать. Закрыть! Ага. Так, что же делать-то? Что же делать-то, блин? Какую... Что? О! Мать? Вот зараза! Блин! Закрыть! Не могу! Нет! Быстрее, мой мальчик! Сейчас папа подключится, да? А папа в туалет пошел. Да блин! Я что-то не понял, как она меня заметила. Потому что она мимо окна проходила, когда я проходил мимо него. Видите? Папа наблюдает за мной. Он болеет за меня. Я знал, что отец на моей стороне. Мне приятно чувствовать его поддержку. И за сегодня папа еще ни разу меня не ударил. Ладно, вызываем маму. Уже иду. Че, можно или как? Кто это тут такой смелый? А ну, стоять! Фак. Вот это жопа, вот это жопа. Как она так быстро все сделала? Могу дверь открыть? Не могу. Все. Разве катка тебе слита. Не ясно было сказано? Нет, катка слита. Эта игра не становится легче. Опа, фонарик снова здесь. Зарядка. Ванна и под решеткой снотворная. Тряпки нет. Уходим отсюда. Заходим к папе. Лампочка. Сейф снова синий. А в нем что это? Ключ. Аккуратно с вазочкой. Давай, давай, цветочек. Давай. Давай, умница. Так, ключ нафиг. Цветок ставим. Уходим. Где-нибудь спрятаться. Наверное, почудилось. Ладно, с этим мы уже как профессионалы действуем, поэтому ничего напряженного, ничего опасного. Гоу в кладовку. Папа, папа, папа. Нет. Просто ждем здесь. Нет. Нельзя ждать. Нельзя ждать, он может пойти ко мне сейчас. О, не стал.
Ладненько, тогда идем обратно. Мы тут еще не закончили. Тут должен быть какой-нибудь важный предмет, например, вот от насекомых спрей. И у нас есть ключ от шкафчика. Ключи от машины, прекрасно. Срочно вызываем папу. Окей. Оп. Что это? Батарейка. Ничего больше не нашел? Все, уходим. Оп. Так, батарейку сразу вставляем. Все, с этим мы разобрались. Опа! Кто-то на халяву сообщение ему прислал. Тут отвертка? Мама пошла цветы поливать. Мама пошла цветы поливать! Я успел. Вот такие моменты обожаю просто. Они такие стрёмные. Сразу. Дымовая завеса есть. Включаем. 5, 4, 2. Успею еще положить. Есть. 5-4-2. 5-4-2. Идем сейчас к папе. Уходим. 5-4-2. Ух, все. Мне показалось, или этот шкафчик был открыт, когда я уходила? Мама пытается мне на очко посадить просто так. Блин, сколько дыма. Все, с дымом разобрались. Надо будет еще мясо забрать потом. Скорее. Что у нас здесь было снотворное? И... швабра. Геннадий, 5-4-2. 9-3-2-6. Мама? Иду. Здесь быстро надо сделать все. Есть. Мама, быстрей. Ну, пас, валим. Оп. Все. Все, давайте подождем, пока она стоит на свое место на кухне. Есть. Собака. Отдай. А папа ушел. Самое время воспользоваться ключами от машины. Что у нас здесь? Молоток. Прекрасно. Нам нужно идти обратно в комнату обязательно. Стоп. А может быть попробуем гвоздики прибить? Стоп. Надо заставить маму услышать. Папа еще начал. Гавкой. Мама. Блин. Все, спалили. Собака не помогла. А ну иди сюда. Нет, папа. Нажри снотворное. Получай. Получай снотворное! Попался! Давай быстро, 20 приседаний. О, давненько я не приседал. Невелика беда, один раз просрать можно. Что нам надо сделать? Я забыл. Надо на улицу идти, конечно же. Вот так. Черт, рано идти на улицу. Надо же папу вызвать сначала. Блин, столько времени сейчас потерял. Так, папа, фейковое сообщение, уходим. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Шланг. Взял. Да, там, конечно же, я вижу еще одна ступенька. Сейчас будем действовать супер быстро. В комнату. Снова сообщение. Надо сделать это все до того, как мама захочет пойти поливать гребаные цветы. Ну, давай. Ну, дотягивайся. Ну, давай. Маленькие короткие ручки. О, бой, ты проклят. Есть. Скорее в комнату. Так, отправить. Бежим сна. Обратно. Мама. Только, пожалуйста, не иди. Не иди пока в сад. Забираем шланг. Воду нахрен. Шланг на место. Идеальная операция. Гвоздиками сейчас так поработаем. Молоточком. Ну? Стоп. Мама? Что? Здесь кто-то был? Не. Да быть не может, что ничего нет. Надо бы проверить в доме. Ой, мама, только не иди ко мне в комнату, пожалуйста. Куда ты пинаешь, а? Вот же дебилы. А, точно, я сама ее открою. Пошла цветы поливать, ну гнида. Хотя, если она пошла поливать цветы, мы можем пойти обратно к себе в комнату. О, все. О, это было очень опасно. Еле выбрался из этого говна. Мать возвращается. Отлично. Надо пойти отлить. Папа, блин, ублюдский папа, пошел отливать. Ну какого черта? Ступенечку ставлю. Да, детка. Ладно, пап, давай. Получи удовольствие и возвращайся к себе обратно в комнату, пожалуйста. Но он же сейчас скажет, пойду проверю, как я учу уроки, да? Да? Нет. Выключил свет. Есть! Он не будет проверять, как я учу гребаные уроки. Пробуем, наверное. Тихо, только, пожалуйста, никто не сагрись. Есть. I very good, very nice. Very good. Отлично. Так, вы говорили, что типа это
про меня отсылка. Анатольевич Арка... Чего? Я в упор не вижу, что там написано. Евгений Анатольевич. В общем, некоторые из вас пишут в комментариях, что это, мол, на меня отсылка. Ну, наверное. Но не похож. Разве что Евгений написано. Ладно, смотрите, в чем прикол. У нас теперь есть монтировка. Ой, как громко это было. Пора идти сюда, в кладовку. Я просто... Я не знаю, будет ли громко сейчас. Не открывается. Уходим туда обратно. Блин, это не работает так. Хорошо, видать, мы сейчас будем делать одну из концовок. Куда это ты собрался? Нет, нужно скорее дышать. Вот сюда. Оп. По проводам. А ну иди сюда. Где мама? Папа. Есть. Я куда-то в другую сторону уже бегу. Концовка 8 из 8. Похоже, я непризнанный гений. Не могу поверить, что нашел новый способ сбежать из дома. Опа! Концовка 8. Отлично! Очень любопытно, какую концовку мы сможем получить сейчас. Итак, у нас последняя попытка. Есть почти что все для того, чтобы сбежать через ворота. Но через ворота мы уже сбегали, скажете вы. Но есть другой способ это сделать. Точнее, другая катсцена нас ждет. Тут нужно все супер аккуратно сделать. Сначала давайте-ка... Пойдем в родительскую комнату? Нет, мы туда не пойдем, потому что папе кто-то позвонил на телефон. Это можно делать вот сейчас. Идем. Геннадий, 3-4-5. 3-3-12. Все, папа, отвлекаем его. Сейчас буду подсыпать снотворное. Я не знаю, как получится. Надеюсь, что получится у меня сейчас все. Снотворное подлил. 3-3-12. Enter. Вот. Папа храпит. Все. Вот сюда. Погоди-ка. Опа. А? Это что? Так, есть. Выпусти меня отсюда. Открыть. На улицу, пока есть время. Эй! Слышишь меня? Так, закрыть. Побежали. Я не знаю, успеваю я или нет. Я не знаю, успеваю я или нет. Я не успеваю. Разве тебе не ясно было сказано? Придется попробовать еще раз, но ничего. Одна небольшая склеечка, и мы будем в той самой точке. Отлично, мама ушла только что поливать цветы. Сейчас она уже, походу, закончила с этим. У нас есть снотворное, у нас есть пароль от врат. Попытаемся еще разок все это сделать. Главное, чтобы родители не сделали что-нибудь, не знаю, неожиданное, неадекватное, багованное. Сначала мы отправляем папе фейковое сообщение. На, папа, бухни. На всякий случай стоим здесь, если он вдруг захочет в туалет, или проверить, как я учу уроки. В общем, все что угодно, лишь бы не пить. А мне это не нужно. Мне нужен нормальный, пьющий отец. Я разве многого прошу? 7, 5, 2, 1. Enter. Отлично, ока закроем. Ну ты будешь пить или нет, пап? Зевает, храпит. Все, гоу. Какого света там случилось? А, так, так, так. Не нервничаем. Так. Very good! А ну выпусти ну, меня отсюда! Открыть! Давай, бегом на улицу, пока есть время! Ждем, ждем, эй! Ждем, ждем. Слышишь меня? Ждем. Можно. Закрыть. Бегом! О, я боюсь не успеть, здесь тайминги очень важны. Папа просыпается. Ворота закрываются. Мама. 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 Давай. Почему? Как это надо делать? Все готово. Пробуем уже третий раз. Третий раз папа пьет снотворное, а мама сейчас будет заперта в кладовке. Надо пойти отлить папе. Ну, конечно. Потом проверь, как я учу уроки. Хм, не стал проверять, как я учу уроки. Он, наверное, думает, что я тупой и еще их не выучил. Вообще, он прав. Ну, сколько можно не пить? Ну, пап. Блин. И мама пошла поливать цветы. Все прям сейчас, когда я подливаю снотворное, они начинают вести себя максимально хаотично. И, конечно же, сейчас, пока мама там, папа хлебнет. Мама возвращается. Папа зевает. Неплохо. Очень неплохо. Все. Оп, оп. Давай, гоу. Давай, гоу. Вот сюда. Она в кладовой. Стоп. Да. А? Это что? А ну выпусти меня открыть. Отсюда! На улице, пока есть время.
Пробуем. Закрыть. Все, побежал. Папа проснулся. Чуть раньше, конечно, чем я хотел. Он уже побежал! Так, 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 так. Нет, меня заперло на этой стороне. А! Черт! Какая сложная концовка. Сейчас должно получиться. Сейчас должно получиться. Встаем здесь. И... Да! Ад! Классно у меня получилось. Добился своего. Ладно, на самом деле это просто видос на YouTube. У меня никак не получалось получить эту концовку, поэтому я решил просто посмотреть видео с канала Лека Плей. Спасибо тебе, чувак, что прошел эту концовку за меня. Очень помог. Да ладно, пап, ты бы точно так же сделал. Ну ладно. Переходим к следующей концовке. Теперь давайте попробуем выбесить маму звонками в дверь. Судя по тому, что вы писали, нужно штук 20 раз так сделать. Это был первый. Господи, 20 раз это много. Что она там делает? Просто стоит. Мама встала на свою точку, мы идем, нажимаем и обратно. Это уже второй раз. Одну минуту! Эти что ли балуются? Третий. Сейчас выйду! Она постепенно теряет терпение. Так, пойду полью цветы. Ну куда ты цветы поливать-то пошла, блин? А? Зашла, вышла. Попробуй тогда как-то ее отвлечь. Куском мяса, например. Нужно устроить дымовую завесу. Ой. Так, быстрей. Быстрей. Оп. Забираем Нужно кусок мяса. В комнату. А? А? Надеюсь, я ничего не забыл. Наверное, почудилось. Ох. Я уж думал, мне крышка. Пятый раз. Сейчас! Нет слов! Даже дверной звонок издевается. Сейчас она взорвется. Шестой раз. А? Что? Послышалось, что ли? А что сейчас было? Я же за дверью был. Наверное, я не присел. Ух, я вам дам! Седьмой раз. Ага, понятно. Она теперь только орать будет. Достаточно! Достаточно! Господи, перестаньте издеваться! Я так тоже в детстве делал. Я издевался над другими людьми и звонил просто так в дверь. Но не часто. Редко. Мне было страшно напороться на люлей. Поэтому я делал это только тогда, когда был уверен, что справлюсь. Дынь! Кто это тут такой смелый? Я немножко сбился со счета. Это девятый раз. Так, надо пойти полить цветы. Интересно, а что если позвонить в звонок, когда она поливает цветы? Ну-ка, давайте это сделаем. Дзынь! Ах ты, паразит! Ух, негодяй, убежал все-таки! Чего? Нет! Уходим. Чё сидишь? Давай, помогай искать ныкаем, сына. Ныкаемся. Этот паразит опять где-то прячется. Вот, все, ныкаемся. Не могу ныкаться. Я не могу ныкаться просто. Давайте здесь сядем и откроем. Вот надо как реагирует, когда ты звонишь звонок, если она поливает цветы. И она сразу бежит за мной. А, даже такую простую концовку трудно получить здесь. Все, они простили меня? Ой. А что, дверь открыта? Мама пошла дальше поливать? Папа! Он тоже меня искал. Что-то все багануло. Ладно, закрываем дверь. Попробуем на... позвонить. А, хорошо, хорошо, хорошо. 11, наверное. Достаточно! Достаточно! Довольно, господи! Мы играем, конечно, не за положительного персонажа точно. Он так над родителями издевается. Именно поэтому они к нему так относятся. Это не они такие злые, это он начал первый. Дверь закрылась, Евгений встал и пошел дальше проказничать. 14-й уже раз, или 15-й. Так, она калитку все еще не открыла. Еще раз. Что она будет делать? Ха! Кто это тут такой смелый? Нет, еще пока рано. И еще раз. Давай, мам, открывай! Еще разок. Мы сейчас пытаемся получить концовку шестую. И поэтому у нас есть кусок мяса. Это для собаки. Я уже не знаю, сколько раз я нажал на этот звонок. Надеемся, ждем, надеемся, верим. Ну-ка. Так, еще рано, видимо. Ну? Открыла. Открыла, ушла. Скорей. Скорей. Так. Тихо, даем собачке мясо, даем собачке мясо. Тихо, тихо, тихо. Папа меня спалил, конечно же, но мы
кусты сейчас спрячемся. Куда это ты забрался? Ой, а папа бежит на меня. Блин, так надо было еще и папу вызвать по телефону. Вот сейчас я такой позвоню. Никого нет дома! Мама говорит, что никого нет дома. Она больше не реагирует. Ладно, придется еще 20 раз нажать. Эта игра всегда находит способ меня как-то обхитрить. Даже если я по инструкции прохожу, она все равно подкидывает сюрпризы. Сколько можно? Не говори, пап, я устал уже. Кстати, вот здесь очень удобно смотреть на маму. Так закрываешь дверь и сидишь здесь. Куда ты? Да. Еще разочек. А? Ой-ой, застрял. Я опять сбился со счета. Блин, что там? Еще рано. Кто это тут такой смелый? Не надо меня бить, мам. Не слушай папу. Проказничаем. Ой. Есть. Смотрим. Ладно, еще рановато. Так, давай, 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 давай здесь прячусь. Пожалуйста, 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 сейчас. Есть. Папу вызываем. Уходим, уходим, уходим. Песик, не ори. Есть. Вот прячемся здесь. По идее, должно сработать. Да. Идем. Идем. Теперь главное правильно идти. Куда-то... Куда идти? Я не знаю, тут надо триггеры не задевать. Может быть, вот сюда? Куда-то очень далеко. А что за бэкграунд такой? Как будто Подмосковье. Да, мы уже прилично отошли. И даже забили на наших друзей. И только радостное гол доносится от папы. Во все округе всех мы задолбали. Знаете, как есть в семье не без уродов, но только тут вся семья уроды. И всю деревню уже достали. Но я сейчас облегчу участь этой деревни и просто исчезну. Как-то так. Что? Куда я попал? Ой. Ой. Не, я знал про то, что тут есть отсылка на Backrooms, но что тут страшно как-то внезапно стало. Блин, классно сделали. Только все не желтое, как обычно. И пол не такой. Это какой-то своеобразный Backrooms. Еще я иду в темень. Лучше идти на свет, мне кажется. Вот тут супер светло. Нет, это тупик. Чем светлее, тем тупиковее, походу. Слушайте, они для пасхалки сделали гораздо больше левел, чем для самой игры. Мне нравится эта концовка. Вот сюда можно идти, да? Я уже не понимаю. Я сейчас в темноте заблужусь. О, нет, я выбрался. Вон, смотрите, там еще коридор в самую даль. И сюда можно пойти. А как мне отсюда выбраться? И вообще надо ли? Я здесь, кажется, навсегда. Опа. Здесь пол меняется. Что, люк? Я могу его открыть? Что это за звук? Что? О! О! Тут что-то есть! Можно посмотреть? Без ущерба для здоровья, желательно. Что это? Что это такое? О, блин! Скалопендра какая-то! О! Концовка получена, отлично. А, вот все, мы теперь дальше играть продолжаем. А теперь придется провернуть этот трюк еще раз. Окей, мать пошла. Она в нужной кондиции. Вызываем папу. Пойду гляну, кто там. Так, песик, заткнись. Быстрее в куст, быстрее в куст. Это мы не знаем. А, уже есть. Час играем и никого не трогаем. А, смотрите мне. А, дождались, господи, как это муторно. Идем на еще одну концовку. Не буду говорить, что это за концовка. На самом деле, я сам не видел, я просто знаю, как называется. Как называется, я не скажу, разумеется. Друзья, извините, потом погуляем вместе. Сначала
Мы пойдем вот сюда. Заодно и дома посмотрим новые. Так, в каком-то из них будет третья глава. Он, по-моему, с той стороны возле озера. Нам, кстати, к озеру и надо идти. Кстати, а там что, человек, что ли, стоит? Да, возле озера стоит чел. Как-то неприятно. Он пошел. А, он, кстати, идет к тому дому, который будет из третьей главы. Стрёмный такой дом. Он идет внутрь. Я так понимаю, что этот чел, он будет антагонистом третьего эпизода. Да, здесь ничего с этим домом не сделать. Ну ладно, давайте купаться. Так, буль-буль-буль-буль-буль. Ныряем. Ах, как хорошо купаться. Ух, если я помню, купаясь в речках, я переживал периодически, что какой-нибудь труп всплывет прямо у меня перед лицом. И этот трупик, это я. Задерживаем дыхание на максимум. Вот что, рыбки что ли? Пойдемте смотреть рыбок. Буль-буль-буль. О! Концовка шестая получена. Если о себе не думаешь, подумал бы хотя бы о родителях, прежде чем такое делать. Да, я согласен. Прежде чем делать глупость, подумай о своих близких. Что ж, кажется, мы все посмотрели. Ну да, есть еще концовка, где также можно через калитку уйти, но при этом куда-то налево или направо. И это не особо интересно, там никаких новых анимаций, еще такого нету. И еще можно уйти из дома читерским способом, что тоже мне особо не интересно. Поэтому, если хотите, вы можете посмотреть это где-то на других каналах. Мы же с вами посмотрели все концовки, которые вызывают эмоции. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то не забывайте, что у меня есть Телеграм и есть ВК, есть... Что у меня еще есть? Что-то у меня еще есть. Ссылка будет в описании. Заходите, там будет публиковаться контент. На случай, если YouTube отрубит, и у вас не будет возможности как-то на него заходить. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!